А сейчас у нас короткий блиц-опрос для Александра. Правила игры такие. Мы немножко поиграем с вами. Я буду доставать из этого пакета, вы не знаете, что здесь, один предмет по очереди. А вы должны нам рассказать историю в течение 1-2 минут. Что вы будете делать этим предметом, придумать, если мы с вами пойдем в Антарктиду на 1 месяц. Поход на Антарктиду 1 месяц. Итак, поехали. Что я буду делать этим предметом во время похода в Антарктиду? Ловить ветер, это же парус. Парус, отлично. Следующий предмет. Я буду кормить акул, которые будут на нас нападать, чтобы у них случилась диарея. Кормить акул, чтобы у них случилась диарея. Отлично. Это весло мы будем грести, когда не будут хватать скорости. Весло, отлично. Это позорная труба. Если нужно посмотреть, как скоро у нас появится Антарктида на горизонте, это вперед смотрящий для него оптический прибор. Оптический прибор. Или для того, чтобы смотреть пиратов. И шприц. Да какой же это шприц? А что же это? Для Антарктиды очень нужная вещь. Это прибор для отмеривания спирта. Это спирт отмеривать, понятно. Готовить крючки на напитки. Шикарно. Ну, теперь с вами совершенно не страшно идти в Антарктиду, Вася и Александр. И еще один маленький блиц-опрос. Сейчас всего лишь 5 вариантов ответа я вам дам, 5 вопросиков. И вы выберете только один. То есть набиваю 2 слова, а вы выбираете то, что вам ближе и вашему сердцу. Итак, начнем. Катамаран или яхта? Яхта. Круиз с шампанским или круиз трезвый экипаж? Трезвый экипаж. Кругосветка или прибрежный яхтинг? Кругосветка. Стоянка на якоре или в порту, где играет шумная музыка из клуба? Но, как правило, на якоре ты ее слушаешь. На якоре. Ну, выберите. Стоянка на якоре или стоянка в порту? Стоянка на якоре. На якоре. Палящее солнце в море или дождь и град в море? Палящее солнце. Палящее солнце. Спасибо, Александр.